Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Антитеррорист Раш. Ну что же, у нас остается с тобой 4 последние миссии. Давай попробуем сегодня их пройти. Да ё-моё, ты посмотри, у них уже есть танк. Ты прикинь? Причем этот танк выглядит намного круче, чем мой. И сразу же еще и вертолет. Давай подумаем, но тут однозначно без дымовухи нам не обойтись. Предположим, я сделаю дым, вызову танк. Ну, подобьем, к примеру. Ага, можно будет успеть еще вызвать одного ракетчика. Ну, давай попробуем. Короче, бросаем. Надеюсь, получится, надеюсь, мы успеем. Так, автоматчик. Блин, лишь бы дым не подвел. Ну, есть, вертолет подбили, уже хорошо. А вот танк до сих... Вот, нормуль, побили. Так, сейчас попробуем с этим разобраться. Надо было снайперов, наверное, все-таки, да, делать. Ой, смотри, что происходит, ребят. Там еще один вражеский танк. Давай-ка мы, наверное, с тобой адреналин поставим. Твою ж налево, а там-то смотри кто, вертолет. Так, ракетчики, ракетчики, срочно. Отлично, все пока замечательно. Снайпера я, друзья мои, позвал. Слушай, мы успеем? Я офигею, нас тут разносят как орешки. Жестко все, на самом деле очень жестко. И посмотри, какой этот танк. Так, мы его подбили. Там еще один. Ну вы серьезно, что ли? У меня же время еще идет, не забывайте об этом. Давай попробуем вот так вот сделать. Это уже, друзья мои, от безвыходности. Мне кажется, что здесь все-таки мы, наверное, сфейлимся. Хотя вот если вертолет... Если вертолет нам здесь поможет с тобой, а он должен помочь. Он стреляет по танку. Окей. Так, здесь у нас что происходит? Танк не может, да, стрелять по вертолету? Не может. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 2 минутки еще есть. Я все свои бонусы, ребята, уже профукал, как ты можешь понимать. Почему, блин, у них вертолет строчит, по-моему, а мой не может? Ну как это, ребят, ну... Давай, взрывай эти вертолеты вражеские. Нам нужен ракетчик. Ну, есть, отлично. Так, летим. Летим с тобой дальше. Вызываем рейнджеров. Ну, сам понимаешь, знаешь, что тут происходит? Какой трэш тут они творят. Ё-моё. У нас с тобой столько снайперов, а толку-то от них? Прекрасно, я еще, друзья мои, один вертолет позвал. Сам не понимаю, зачем. Ты посмотри. Посмотри, что они делают. Они могут по моим вертолетам стрелять, а мои вертолеты нифигашечки. Я считаю, что это несправедливо. Ну серьезно, ну какого лешего-то? Давай, 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 родные мои, ну. Так, вертолет. Если мы сейчас с тобой его подобьем. Мы его подбили. Там еще танк. Ну, красавцы. Все, ребят, это последняя единица. 43 секунды у нас на все про все. Если сейчас выносим, то победа будет за нами. Давай, давай, давай. Фух. Трындец, на самом деле была очень сложная, как по мне, миссия. Не знаю, как вам, друзья. Ну что же. Поехали, давай смотреть, что тут. 2 джипа. Но здесь опять же понадобится, скорее всего, туман. Танк. Хотя даже лучше, наверное, вертолет. Не знаю, подожди, наверное, танк все-таки. Давай, туман. Танк. И снайпер. Снайпер будет сносить вот этих вот охламонов, которые там наверху у нас сидят. Конечно, хотелось бы еще призвать мне вертолетик для подстраховки. Но что-то мне подсказывает, что дудки, да? Ё-моё, вот эта вот фигня, блин. Ай-яй-яй. Давай, 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 давай. Блин, тут еще и джипарь.
Тут еще и джипарь. Ладно, попробуем. Я на вертолет однозначно не смогу накопить. Все, джип меня разнесли. Хотя... сейчас посмотрим. Тут еще и танк. Тут обязательно нужен. Вот. Попробуем, ребята. Вот такой вот командой. О, они мне танк снесли. Ну, вот тебе и конец, как говорится, радости нашей, да? Ну, попробуем фиг ли делать. Конечно, тут снайпера нужны, это понятное дело. Тут ничего другого не придумаешь. Ну, попробуем вот так вот с тобой сделать. Обстрел. Так, я не буду сейчас брать джип. Вертолетик сделаем все. Неужели сфейлились мы с тобой, а? А знаешь почему? Потому что... где вертолеты вообще? Вон, я их не вижу. Че, они куда-то там за... за кадром, да, или что? Я их не вижу и все. Зашибись, если мы еще с тобой вертолеты потеряли, это будет офиг... ну ты посмотри, сколько, мои солдаты дохнут один за другим. А у них живее-живехонек стоят. Блин. Ну. А почему один-то вертолет? Почему один? А нет, два, два. Сори, друзья мои, все отлично. Смотри, что делает, а? Получил свое? Блин, там опять танк. Давай вертолеты. Вжариваем. Как мои солдатики тут, а? Просто погибают один за другим. А вертолеты, хоть бы что, стоят и лыбятся. Так, надо эту уничтожить, потом вот эту еще бомбануть. А времени 40 секунд на все про все. Замечательно. Там еще один джипарь стоит. Вот, как говорится, как хочешь, так и выигрывай здесь. Вертолеты. Вы ракеты будете запускать? Пошла, пошла маза. Опа, а вот это уже плохо. Смотри, ты видишь, кто тут стоит? Конечно, ты видишь, кто там стоит. Не, ребят, не успеем, 15 секунд на все про все. К сожалению, не выйдет. А хотелось бы, и практически мы уже прошли. Вертолет потеряли. Значит, короче, делаем с тобой выводы. Здесь лучше использовать вертолеты. Танк его уничтожает практически сразу же. Угу. Ну что, давай, дымовуха, поехали. Снайпер, который будет сносить здесь всех этих олухов. Но и что за фокус это, я не понял. Зашибись. Вертолет. Адреналин. Давай, 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 давай. Пока под адреналином ты должен тут разносить. Отлично. Так, вот этих вот всех сносим. Опять танк. Еще один вертолет вызываем. Прекрасно. Тут. Твою же налево, ну как они так быстро, а, все это делают? Ну как они так это все уничтожают моментально, я не пойму. Давай гранатчика, что ли, позовем. Вертолеты сразу куда-то отступают. Куда отступают? Зачем они отступают? Гранатчик, ну, бросает гранату, да? Он, по идее, должен сразу их уничтожать. Но нет, по одному почему-то. Как вот мне теперь на танк накопить? Вот объясни. Я вот не знаю. А он нужен? Танк здесь обязательно нужен. Так, может попробуем все-таки, а? Черт, подери, вертолет. У-у-у. Трындец. Так, поехали. Нормуль. Давай вот эту парашу. Есть контакт. Вертолет, ты главное живи. А мы уж тут как-нибудь с тобой. Поехали.
От безвыходности просто пришлось мне так сделать. Авось что-нибудь да получится. Я на это очень сильно надеюсь. Так, там еще одна машина, да? Артиллерия. Так, точно. Да, блин, опять мы с тобой потеряли танк. Да что ж так быстро-то все, а? Ну, не хотят. Трындец, да? Просто появляется солдатик, его сразу уничтожает. Так, смотрите, что здесь происходит. Снайпер. Давай, рейнджер, быстрее. Вот именно этим он меня бесит, понимаешь? 3 часа там стоит. 3 часа думает. А этот расстреливает мои вертолеты в этот момент. 13. Опять что ли фейл? Ну ты серьезно, блин? Да, походу дела опять фейл. Вот так. И как ты прикажешь мне здесь выигрывать? Вот как? Фух. Поехали еще раз. Я не знаю. Тут все начинается вообще идеально. Что не так? Снайпер, давай быстрее сноси этого, другого, третьего. Тут вроде вертолетов вражеских нет, насколько я помню. Нету. Ну. Ай, блин, вот это вот мутатень, ребята. Вот это мутатень. Все беды нам делает. Точно. Именно она. Так, хорошо, предположим. Если мы с тобой успеем каким-то чудом накопить на вертолет. Адреналин я включаю, ребята. Адреналинчик. Вертолет. Окей. Блин, так я потерял танк уже. Давай так влупим. Прекрасно. Может быть, я все-таки. Давай, 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 давай. Мне нужен танк. Вот он. Красавчик. Рейнджер, выходи. Так, что у нас там? Ага. Гранаты. Жестко. Да чтоб тебе, вот это вот. Вот она всю малину портит. Вот эта вот фигня, ты понимаешь? Она разносит мне мои танки. Блин, одни проблемы из-за нее. И вертолет снесли. Все, ребят, тут кранты. Тут не получится у нас. Да. Вот чего-чего, вот этого я никак не ожидал. Жестко. Что же, блин, как придумать-то, какую стратегию? Может быть, джипы нам нужны здесь, а? 2 джипа, если взять. Так опять же там это, Катюши эти разнесут. Короче, поехали. Танк. Снайпер. Танк, снайпер. Ну и что дальше? Нужен вертолет сразу же. Ну влупляем давай, ё-моё. Сидят тут. Рассусоливают, не пойму чего. Слушай, ну пока хорошо. Хорошо идем. Ну, предположим, так, танк. Танк сносим, блин. Джип, помогай. Ёп, красоте. И вот, вот начинается. Видишь, пока мы с тобой вот на этого внимание обращаем. Хотя, постой. Есть. Слушай-ка, блин, джип один уничтожили. Но это ничего страшного, я думаю, да? Вон там танк. Ты дышишь.
Вот здесь, наверное, вылуплять придется. Идеально. Так, вертолетик. Блин, а что, танка уже нету у нас, что ли? Твою ж налево, я думал, у нас с тобой танк есть. А оказывается, уже давно нету. Ну. Да господи, ну. Подбейте, блин, этот стреляет издалека. Ну посмотри. Гранатчик, давай, выходи. Подбили вертолет. Вот тебе. Сейчас это будет бомбить. О, против танка. Ребята, тут все, по-моему. Как мы тут с собой справимся? Да никак. Ну ладно, а с танком? Мы тут замучимся сейчас с тобой гранаты пулять. Верно же? Уже 6 гранат выпущено было. 7, 8, 9. Сколько же им надо-то? 10, 11. Его вообще гранаты берут хоть? 12, 13. 13 гранат нужно для того, чтобы подбить танк. Ты представляешь? Может быть, нам нужен снайпер один, а? Он-то быстренько их уберет. Так, 28 секунд, друзья мои. 28 секунд. Ну. Я надеюсь, там больше никого нет. 20 секунд. Ну, ты издеваешься, да, сейчас надо мной. 15 секунд. Снайпер, ты будешь стрелять. Да куда ж ты стрелять? Ты вот этого-то будешь носить? 8 секунд, ребят. Мне кажется, там еще что-то нас поджидает. 4, 3, 2, 1. Фейл. Я просто в шоке. Вот хочешь верь, хочешь не верь. Я в шоке, ребята, от этого всего. Я уже не знаю, что делать. Просто не знаю. Как я тут должен, блин, выигрывать, а? Ну как? Хрень какая-то, а? Копить на вертолет. Ну и что? Вертолет. Ну накопим мы с тобой на этот вертолет. Вот это вот. Сейчас вот эта фигня разнесет просто-напросто тут все. Вот он, вертолет. Адреналин. Включим, так уж и быть. Так, вот, вот, вот в танк бомбите, блин. Нет, 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 ну. Сейчас танк, ну, понятно. Танк снесли. У шлепки. Копим, копим с тобой. На что мы копим-то? На вертолет копим. Там еще один танк, да? Я уже тут снайперов фигову целую кучу, смотри, уже наделал. Вертолетом, конечно, по барабану. Вот на эти катюши. Ну, солдатам-то моим не пофиг, далеко не пофиг. Понимаешь? Вот и все, один вертолет у меня подбили. Шлепки. Сейчас еще и второй подбейте, да? Нет, я не должен этого позволить. Хотя он стреляет куда-то наверх. Угу. Смотри, он уже издалека палит. Все, ребята. Доигрались, по-моему. Да, скорее всего, доигрались. Там еще эта фигня стоит. Там еще впереди танк, не забудь. Да-да, именно танк. Нет, не получается. Ребят, я не знаю, как этот уровень проходить. Вот хоть ты что тут делай. Я просто без понятия. Ну вот каким вот образом я должен сносить. Там еще танк, как ты видишь. Не знаю, ребят. Куда ж ты, придурок, сунулся-то?
Он побежал, короче. О, все. Да у меня, ребята, нет никаких идей, абсолютно. Я не знаю, как здесь вообще можно сделать. Мне кажется, сюда нужно оставлять арт-обстрел. Вот что хочешь делай, но арт-обстрел должен быть именно вот на последней у нас ноте. Поехали, попробуем еще разок. Это уже какая, пятая попытка, да? Или шестая даже перепройти. Но... Так, пока вроде бы надо снайпера одного позвать. Снайпера, да? И вот, начинается. Вот здесь нам уже понадобился бы вертолет. Просто необходимость. Поехали. Адреналин раш я включил. Давай, 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 быстренько пробиваемся. Ну танк не прикрыт, ё-моё. Рейнджеры нифига не хотят прикрывать его, ты понимаешь? И все, его разнесли. Но я не буду, ребята, здесь тратить арт-обстрел. Здесь мы как-нибудь с тобой еще справимся, я думаю. Дальше вот надо будет. Давай, гранатометчики, вы где там? Так, ладно, сколько у нас там? Вертолет стоит 400, да? Давай вызовем еще один вертолетик с тобой. Рейнджеры, вперед! А почему танк-то не хотите бомбить? А, вот вертолеты бомбят. Так, секунду. Так, все равно не буду пока тратить. Ни за какие ковришки вы меня не заставите. Так, вот где-то, как мы увидим с тобой вот эту вот вышку, где будет у нас там гранатометчик стоять. Вот тогда уже будем с тобой применять арт-обстрел. Уже практически подошли к этому месту. Времени минута 19. Вот оно это место, друзья мои. Включаем арт-обстрел. Вы сейчас, блин, серьезно, что ли? Этого даже не задел, ты прикинь. Просто стоит себе и начинает обстреливать. Снайперы, вы где? Так, танк еще тут, а? Ну, танк-то разнесем или нет сегодня? Снесли, молодцы, красавцы. Так, ребята, идем быстрее. 40 секунд. Ну это вот охламона завалим или нет сегодня? Что еще танк, ё-моё. Там не только танк, ребята. Там еще дофига чего. А я-то, блин, обрадовался. Думал, что все, мы с тобой уже, ха-ха. Но не тут-то было. Нет, друзья мои. Так дело не пойдет. 4 секунды. Все, это фейл. Это какая-то миссия невыполнима, ребята. Я не знаю, что здесь еще нужно сделать. Что я тут, блин, должен тебе сделать, а? Ну как тут пройти? Два джипа, от них толку-то? Ну, согласись. Против солдатиков, да, я не спорю. Они, по-моему, хороши. Но это только против солдатиков, и все. А сейчас же пойдут танки. Сейчас пойдет вот эта вот фигня. Бредятина. Просто бредятина. Тут по-другому не назовешь. Ну вот, допрыгались. Нет, я все-таки считаю, ребята, тут вертолет нужен. Не джипы, не еще что-нибудь, именно вертолеты. Именно вертолетами мы можем с тобой пройти львиную долю.
Ну и что ты стоишь, что ты замер? Так, давай-ка мы с тобой переиграем. Поехали. Короче, дым, вертолет, снайпер, стрелок и гренадир. Так вот, я думаю, будет оптимальненько для нас. Так, там будет у нас тяжелая, да? Техника. Мы сейчас и до нее доберемся. Давай, 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 строчи. Еще один вертолет призываю. Целенаправленно, конечно же. Так, теперь будем с тобой копить на что? На танк. На что еще можно копить? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Сносим, сносим, сносим. Да, блин, они же по вертолету бомбят. Рейнджеры, блин. Я в ахере просто от этого дурдома, блин. Хотел же, блин, с двумя вертолетами пройти. Не получилось опять, а? Джип этот там стоит, тупит. Ни одного гранатчика нету. Жестко, жестко, ребята. Ну, вертолет, ты будешь бомбить вот по этой фигне. Там опять еще два джипа. Вертолет, поехали. Вертолет, поехали, блин. Так, снайпера. Снайпера работают, да? Хреновенько, конечно, но... Гранатчики. Давай еще рейнджер вызовем. Танк, конечно, тут... Блин, фиг пробьешь его, а? Уничтожили. Так, дальше идет джипарь. Снайпер есть? Снайпер будет. Поехали. Угу. Замечательно вот сейчас было. Так, мне нужен танк. Говорю... А эти-то что стоят? Во, танк. Слушай, может быть, есть еще шанс у нас с тобой? А может быть, нету. Танк, видишь, подставляется, как всегда. Вертолет, ё-моё, ну ты будешь... Не, ребят. Танк просто сносит с полтычка. Вот эта вот фигня просто сносит вместе с танком. С полтыка. Жестко. Вертолет мне вообще здесь не помогает. Практически, ребята, я иду, ну, сам. Своими силенками. Ничтожными. Два снайпера. Стоит чувак вот здесь вот, да? И плевать, видишь, и танк. Ой, вертолет мы уничтожили. Все. Это разве нормально, а? Ну что, друзья мои, продолжаем играть. Я немножечко сделал перерывчик. Выпил чашечку кофе. Так, вроде бы злость моя немножко ушла. Давай попробуем с тобой поиграть вот в эту миссию. 20-е. Спасти президента. А это что у нас такое? Мины, что ли? Дот. Зашибись. Так, ну тут явно нужен кто? Снайпер, наверное, да? Снайпер, скорее всего. Попробуем. Давай. Так, нужен еще один снайпер. Оу. Рейнджеры, быстрее, быстрее. Мины, мины, мины. Да, вот так вот мы с тобой будем обезвреживать. А там еще и дот. Тогда вертолет. Второй. Ну, снайпер, ты будешь бомбить по нему или нет? Есть контакт. Так, что нам с тобой еще можно здесь сделать? Ну, снайпер. Естественно, снайпер. Так, плюс... Ё-моё. Просто валят. На раз-два, ты представляешь? Так, третий вертолет, да, наверное, позовем. Ну, а почему бы и нет? Три вертолета. Замечательно. Потому что, мне кажется, танк здесь будет подрываться на минах. Я не утверждаю, я предполагаю, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой.
подбили. Тихо, 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 родные. Ну, нормуль. Так, берем танк. Пу-бух. Шикарно сейчас было. Давай вот этих вот охламонов. Вот этих вот, говорю, чудиков. Есть. Нормуль. Очень даже неплохо. Так, давай-ка мы здесь попробуем с тобой. Так, машина, да? Из которой эти постоянно чудики вылазят. Ну, вы будете их расстреливать или нет-то, блин, танки. Вот, другое дело. Так, мне кажется, тут, наверное... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мины! А что, танку по барабану, что ли, на эти мины, да? Он их просто давит. Слушай, ну это хорошо. Это же очень замечательно, если он их просто давит. А вот это уже нехорошо. Ну-ка. Ракетами, 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 говорю. Блин. Шикарно. Так, минус танк, минус джип наш. Сколько у нас времени? 1,5 минуты. Ой-ой-ой, а вот это уже плохо. Хотя мы быстро с ними разбираемся. Это мне вполне нравится. Так, что у нас тут получается с тобой? Отлично. Слушай, ну у нас, конечно, вертолеты с тобой все почикали. Абсолютно все. Давай еще один вызовем с тобой на всякий случай. Слушай, это, по-моему, последний, да? Я могу, наверное, вот так вот сделать. Ой, а не поспешил ли я? Давай, 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 ракетчик. Вертолет этот бомби. А там еще и дот. Ну, ладно, дот мы с тобой уничтожили. Все, по-моему, да? Какое все? Нет, не все, ребята. Вон там еще шитик стоит один. Есть. Слушай, ну эту миссию мы с тобой прошли довольно неплохо. Так, ну что, остается... Остается еще две. Ну вот это вот, конечно, трэш. Ага. Что нам тут с тобой сделать можно? Если вызовем танк. Наверное, так и надо будет делать, ребят. Через танк. Дым, танк и погнали. Снайпер, ты будешь? Ничего он не будет. Не хочет ничего делать, ребят. Торец. Получил. На. Давай, 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 эти джипы сносим. Опять смотри, кто. Этот бомбит и по воздушным целям, и по наземным. Тут еще видишь, что у нас. Так, этого халабуду вы убьете или нет? Убили. Минус танк, ребята. Танк разобрали. Йоу, просто, что происходит-то? А здесь еще не легче. Ты посмотри. Ну, предположим. Так, вертолет. Давай вызовем на помощь нам. Вызвал. А тут этот хламон, да, стоит? С которым как хочешь, так и делись. Плюс там еще вертолет. Слушай, ребят, я не знаю. Ё-моё. Ты вот сейчас серьезно это все? Да, по-моему, серьезнее некуда. Смотри, что творит. Ты просто посмотри, что он вытворяет здесь. Какие... Нет, нет, нет. Ну тут... Тут все, ребят. Просто уничтожили нас. А как здесь, интересно, быть? Миссия провалена. Понятное дело, что провалена. А как тогда быть-то? Так, давай еще разок. Раз и два. Дымовуху. Ну, предположим, да? Потом там пойдут. Значит, нам нужен вертолет будет. Скорее всего. И, как ты понимаешь, должны быть у нас с тобой. Давай еще один вертолет. О, еще один. Просто вертолет с тобой вызовем. Ну-ка. Под адреналином. Два снайпера на всякий случай. Окей. Так, вот здесь вот, ребят, вот здесь опасно. Ну, бомбиты, блин. Сейчас и танк подорвут.
Уже? Да как они так, блин, быстро? Ну вот объясни, а. Вот объясни мне, как они так его быстро сносят? За 3 сек просто чу-чу-чу и все. И нету, блин, у меня больше вертолета. Ракетчики, бомбите этого хмыря. Вот это вот, вот это вот. Не хотят. О, подбили. Только, по-моему, поздно, да? Или нормуль? Что-то не могу врубиться пока. Опа, вертолетчик мой подбили. Слушай, а если вертолет подбили, значит дело дрянь. А почему дело дрянь? А потому что вот этих некому бомбить. Ну, видишь, что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой. Да, тут, конечно, трэш еще тот. Он просто идет, ребята, и подрывается. Всех моих гренадеров взорвали. Я не знаю, как тут можно все это совмещать со своим вот этим вот лимитом. А-а, никак. Причем здесь вот эти вот преступники, но они просто жесткие, ребят. Еще вот эта вот машина, да, с ракетами тепловыми. У меня таких нету. А у них есть. А у меня нету. И как я их должен здесь подбить? Скажи мне на милость, как я их должен здесь уничтожить? Не пойму. Вот хоть убей, я не пойму. Ты видишь, что происходит? Ну, трэш. Я не могу даже вот эту вот машину уничтожить, прикинь. Вот стреляю и не могу. А время, ну все, время, ребята, 20 секунд. Что я тут сделаю? Да ничего. Гренадир. А толку-то от него? Вообще никакого нету, ребят. Ну, я офигею с этого джипа. Просто миссия провалена. И то по времени. Как быть-то, а? Ну, джип это явно тут не стоит брать. Поехали. Слушай, может быть, ракетчик этого подобьет, нет? А, нифига. Он не хочет стрелять по нему, и все. Давай-давай-давай, вот этого вот охламона подбейте. Зачем я ракетчика вызвал, а? Вот скажи мне на милость. Зачем он тут нужен? Естественно, все по вертолету. Естественно, ребята. Вот так вот это все и происходит приблизительно. Ну, уничтожили, хорошо. Так, вертолет сколько стоит? 600, ой, вертолет, танк. Нам нужен, конечно же, танк. Эти, ты видишь вот это вот олуха? Куда он строчит? Его и нужно уничтожать в первую очередь. А ничего вы тут чудите. Давай, давай. Ну все. Да давай-кались. Гренадиры бросаем. Вертолет. Ой, все, подбили этого ракетчика у меня. Приплыли, что ли, опять получается, да? Получается так. Ладно, что мы еще можем с тобой здесь замутить? По-быренькому. Да ничего. Только лишь гранату. Только лишь гранату одну. Ну, две. Это максимум, да? Красавцы. Че я могу еще сказать? Просто красавцы, ребят. Никакого доступа, никакого лимита, ничего тебе не дают. Просто как хочешь, так и уничтожай. Видишь, вот этот хлам. У меня нет таких войск. Вот и все, у него уже вертолеты идут. Нет, ребят, это беспонт. Просто беспонт. Как же быть-то, а?
А может быть нам сделать вот так вот? Изначально. Потом врубаем. Потом гренадир. Артобстрел с тобой сделали. С самого начала. Видишь, они по танку бомбят. Вот в чем вся проблема. Будет у меня вертолет, они будут по вертолету бомбить. Так что не удивляйся. Тут нечему удивляться. Абсолютно. Тут как будто бы все так и надо. Понимаешь? Танк уже уничтожили. Недолго он, конечно, тут у нас повоевал. Нет, я не могу просто. Меня вот, убивает вот эта вот фигня. Почему я не могу, например, эти снаряды сбить в конце концов, а? Ну почему так происходит? Видишь, летит прям по вертолету и все. И причем их вертолеты могут по мне стрелять. По моим вертолетам. А мой нифига, мой только вот так вот. Вот и все, ребят. Вот и допрыгались мы с вами, да, по ходу дела. Или еще живем? Еще живем. Ну это так. Фиктивность. Тут нельзя прокачать своих юнитов. Вот они как идут по стандарту, так они и идут. Офигеть. Снайперы, я так понимаю, только по людишкам стреляют. Вертолет они подбить не могут. Вот так вот. Ну вот, смотри, что тут происходит. Сейчас подбили. Не знаю, ребят. Все, очки не идут. Прибыли, так скажем, нету. Стоит ему так появиться, да? Это жесть. Ты посмотри. Я в шоке. Не дают ни малейшего шанса мне. Джип, такой джип, вертолет, артиллерия. Да. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы, пожалуй, с вами закончим эту серию, потому что, ну, невозможно уже играть. Осталось всего лишь пройти две миссии, но я думаю, что они мне еще нервы, конечно, потрепают. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!